Заместитель главы администрации городского округа Щелково Сергей Горячев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Он проголосовал на избирательном участке в средней общеобразовательной школе номер 17. Всего в учреждении находятся 4 участка, куда жители могут прийти, чтобы оставить свой голос, тем самым проявив гражданскую позицию. Процедура голосования проходит в стандартном режиме. Участки работают с 8 утра до 8 вечера. Соблюдены все необходимые меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. При входе каждому измеряют температуру бесконтактным термометром. Выдаются защитные маски, перчатки и индивидуальные ручки. На полу нанесена разметка, чтобы граждане не забывали соблюдать дистанцию в 1,5 метра. С 25 июня по 1 июля мы ждем всех избирателей на наш участок. Приходя голосовать, все избиратели имеют возможность получить ручку, индивидуальные средства защиты в виде перчаток и маски, а также происходит дезинфекция. Голосование проходит достаточно спокойно, в штатном режиме.